Болтать выгораживает. Смотрим, как у вас дела. Ну, Володь, как всегда, ничего, неплохо. С головой сейчас наврёшь, конечно. Я знаю. Попробую. Попробуем наврать. За что у меня так? Так, ой. 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 Что вы ей сделали с ногами? Вы обратите внимание, эта нога сгибается в эту сторону. Согласны вот, да? А эта нога в ту сторону. Попробуйте так шагнуть. Он делает. Только сама в ногу. Ну, если вот это туда-сюда принять можно, то давайте думайте, как это. Какая-то маленькая все-таки. Я не знаю. Да я вывер. Обрати внимание, на твоем рисунке Майя на колено смотрит почти точно вон туда. Она прямым... его убрала. Неверно, вот ноги Майя не представляла. Нет. Ровно та же самая позиция. Смотри, пожалуйста, бедро развернуто под 90 градусов к тебе или под 45, или даже меньше, под 30. Бедро-то на самом деле почти под острым углом на тебя идет. Так? А это колено вот такого угла вообще не образует. Посмотри. А, вот так. Да, вот так. Ага, а если еще лечь кверх ногами. Да, вот так поправьте, поправьте. Да, 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 так. Да, да, да. С той стороны, да, так. Ну, знаешь, набрал. Набрал. Почему нет, набрал? Так... А потому что решил, что у тебя теперь все получается, и можно работать спустя рукава. И зря так решил. Потому что то, что немножко началось получаться, это не значит, что уже все умнее. Я уж не говорю о том, что с положением плеч и головы относительное положение. Вот это очень характерное и очень важное положение. С опорой головы на вынесенную руку. У тебя оно не получилось. Я уж не говорю о том, что в твоем варианте у Майи бюст какого-то там, я не знаю, третьего размера. Понимаешь? Чего на самом-то деле не просматривается. Вот. Так что давай-ка ты к работе посерьезнее. Хихоньки и хахоньки отдел, конечно, хорошее, но при этом внимательно наблюдать. Ну, посмотрим, что у тебя. Ну, слава богу, хотя бы перелом бедер исчез. Значит, смотрим. У тебя вот эта нога как цилиндр идет, да? Там. Ну-ка, посмотри, как она устроена. Так он. Вот то место, где нога лежит на коленке. Обратили внимание? Оно выпуклое или прямая линия? Выпуклое. Ну, коленка-то выпуклая и бедро выпуклое. Так. Дальше как линия идет? Дальше линия вот так идет. И вот линия завершения бедра. Вот она. Так. А сверху линия идет вот так. Вот здесь у основания бедро в несколько раз пошире будет, чем колени. А дальше? Вот у тебя дальше нога идет вот это. Да. Почти под тем же самым углом, что бедро. Да. Посмотри. Колено-то куда, вот начиная от колена, куда нога свешивается? Вниз. Вниз? О, надо же какое слово интересное. Вниз, вот как движение ноги будет. Так? А вторая нога. Обратим внимание, что голень вначале, да, от колена, вот от этой точки, закрывает вторую ногу. Вторая нога не здесь, она вот здесь. Понятно? Угу. Ну, то есть болтать с соседем намного проще, чем пробовать поймать реальные особенности. Так. Ну что, господа, наше общество на тренировочку очередную. Так, ага, более-менее получилось. Значит, опять вред с ногами. Все время кажется, что ноги какие-то вот маленькие должны быть. Ноги у человека – это мощная вещь. Сейчас справа. Ага. Вот как минимум. Смотрите, ведь они же перед вами. Да.